Епишин оказывается возле шайбы, уводя ее к бортику. Добивание последовало, и шайба в воротах. Мечков забивает. Айда Мечков. Айда солнце русского хоккея. Пятая шайба в ВХЛ. Четвертая шайба в большинстве. И еще минута 0-7. Действовать в формате 5 на 4 гостям. Не разобрались, а Мечков подобрался. Маленький, незаметный, подкрался. Шайбу забрал и бросил уже в пустой угол, который Владимир Сахацкий не перекрывал.